Таразе прошел турнир по футболу памяти Темирлана Арзымбетова, ставший уже на протяжении ряда лет традиционным. На этот раз он собрал айтыскеров, мастеров устного народного творчества не только со всех регионов страны, но и соседней Кыргызской республики. Темирлан Арзымбетов, хоть и работал в банковской сфере, но был очень спортивным человеком. В своем родном микрорайоне в свое время он собирал детвору в большие футбольные команды и всячески поддерживал в них стремление к здоровому образу жизни. Нынешний футбольный турнир собрал айтыскеров, мастеров устного народного творчества. Мы прибыли сюда с Караганды, с Сарарки. Наша команда «Арка» много слышали про данный турнир. В этот раз уже с киргизом играем. Пусть границы ежегодно проводимых соревнований расширяются. Больших ему успехов! Всего на турнир прибыло 60 молодых акынов из Караганды, Кызылорды, Туркестана, Алматы, Шымкента, а также Сталасской области Кыргызстана. Нынче мы впервые устраиваем турнир по футболу среди творческих людей айтыскеров. И отличие нынешнего в том, что он проходит на республиканском уровне, а также международном. Действительно, турнир памяти Темирлана Арзымбетова, проходящий в области уже пятый год подряд, нынче вышел уже на международный уровень. Организаторы говорят, что и в будущем постараются держать планку и уровень соревнований. Куляш Мурзакова, Дильбек Самаликов, 77 News.